Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Клауд, и сегодня мы посмотрим второй мод под названием Газ Тигр. Это достаточно известная русская армейская машина, не хуже наших хаймеров, а возможно, наших американских хаймеров, конечно же, а возможно даже и превосходит его. Давайте заведем для машину, просто сначала тест-драйв, проедемся, посмотрим, как она вообще едет, а там дальше посмотрим. Это не выхлопная труба. Сзади, оказывается. Ребят, поддержите лайками это видео, если вам не сложно, было бы очень здорово. Поехали. Потестируем сначала, просто тестируем, как правило. Как я уже говорил, мы играем... Жесть. Мы играем на карте река, потому что здесь у нас как бы стандартный полигон. Мы проезжаем по грязи, потом едем через реку и смотрим все фишки-мушки этой игры. Господи, этого мода. Какие плюсы, какие минусы этой машины и так далее и тому подобное. Поэтому мы сейчас пока проезжаем на обычном немодифицированном газе Тигре, чтобы проверить вообще, как он едет. Вот он никак он не едет. Нет, но у нас, напоминаю, мы проехали сначала по болоту только на заднем приводе. Он, мы вот проехали, получили дофига урона, это вы видели, да? В отличие от предыдущего мода, где был Хаммер, он урона вообще не получал, может быть, там был сломан. Не знаю, здесь он получает урон прям... Не знаю как. Но это русский Хаммер, на самом деле, Газ Тигр, достаточно крутая машина. Но, в отличие от того же Хаммера, шестиколесного, модификации той, да, которую мы смотрели в прошлой моде, он не едет. Давайте почему полный привод посмотрим, поможет ли это. Ну, хоть у него выхлопная труба сверху, но... Наверное, снизу, но при этом не едет почему-то машина. Не едет, смотри, выезжает. Ну, у нас, конечно, не 6 колес. Ребята, самое главное, классное в этой модификации... Здесь есть водитель. Наконец-таки появились, да? Так, пробуем задний ход, что ли, сделать? Может, как-то выйдем по-нормальному. Нет, походу, все-таки включается блокировку. И выезжать на ней. Я надеюсь, он выйдет, это будет как-то не смешно. Нет. Ну, то есть, даже если машина, допустим, не выезжает, это тоже, ребята, модель все кустарная, грубо говоря. Ну, они там комментированы со старых версий, но при этом могут быть и проблемы модели, если машина где-то не проезжает. Потому что, в принципе, здесь вообще можно везде проехать, на любой машине. Практически. Ну, в принципе, неплохо едет, но мы сейчас навернем оборудование, поставим нестандартные колеса, посмотрим, как она будет ехать дальше, и как наше главное испытание, проедем через реку, посмотрим на получаемый урон и так далее и тому подобное. Напоминаю, что в моды вмигать в мультиплеере пока нельзя. Пока не разрешили разработчики, ведь, может быть, это будет потом. Но это вопрос наверняка ближайшего времени. Ну, очень хорошее радиус разворота у машины. Сказал, даже потрясающе, короче. Так, ну давайте навешивать оборудование. Колеса от КРАЗа можно поставить. А что можно еще? И где-то, так понимаю... Так, что это? А, вот, заднее колесо, которое дает 20 очков ремонта. Ну, мы поставим его 20 очков ремонта, пускай будет. Поставим колесо от КРАЗа. Машина стала повыше, по-моему, да? Так же примерно. Просто они шире и для грязи, но... Для этой модельки это другой вопрос. Как она будет там по расходу, тоже непонятно. Сначала включаем задний привод только. Проверяем стандартные вездеходные качества на заднем приводе. Ну вот уже не ездит. Полный привод. Полный привод что-то тоже не особо помогает. Хорошо, а что если разгончик взять? Давай, дорогой. Ну, моделька очень красивая, мне очень нравится, и колеса от Урала тоже очень прикольно смотрится на этой модельке. Прям вездеход, дай боже. В принципе, у нее 1000 урона выдерживает у моделька, так что... Ну, пока меня она хотя бы от Хаммер предыдущей модельки, она получает этот урон, нет. Нет, колеса, мне кажется, не для нее. Попробую сейчас вытащить другой машиной. Ничего страшного там нету, абсолютно. Цепи. Ну, в принципе, хватит. Я не думаю, больше нам ничего не нужно. Сейчас заведем.
поедем. Да, видите, всегда все удачно получается в наших тест-драйвах. Ну, в принципе, норма, нам сразу блокировка. На чем не доедем на зелье, зелье вообще заднеприводный. Only. Хотя блокировка, может быть, даже поможет. Я думаю, вытащим мы нашу машину, куда мы денемся. У зелья есть одна особенность, он не едет плохо, плохо едет, если передние колеса повернуты. Ничего страшного там, в принципе, нету. Справимся, надеюсь. Давайте вытаскивать, что ли. Автоколеса. Задний с дифференциалом. Ребята, если не вытащим, то придется заново загрузить игру, потому что я другим способом его не вытащу. Единственное, что мы можем попробовать повернуть его и починить. Так, давайте тогда отцеплять вариант, где он попроще. Сейчас я его просто переверну. Ну, напомню, что моделька сделана на основе ВАЗа, поэтому все характеристики, некоторые, по крайней мере, из них достались именно от него. Задний у нас нет этой штуки. Есть. Попробуем перевернуть колеса. Вот так вот ровненько поставим. Ну, поехали. Можно даже просто потянуть банально. Может, даже немножко подтянем, в всякий случай, вперед. Только колеса авто надо поставить теперь. Не, ЗИЛ вообще не тянет почему-то. Ну, ЗИЛ такая машина, еще та машина, как говорится. Где я только на ней не ездил, с каким грузом только не... Не, она классная машина, нет, я не хочу ничего гнать. Она мне нравится. Она постоянно приезжает там, где другие не приезжают. Ну, то есть, казалось бы, что ЗИЛ там должен не проехать, но он сам проезжает. Сейчас мы только отремонтируем нашу машину. Потому что вытащить мне, скорее всего, не получится. Не на этой машине, не на ЗИЛе. Не будем даже пытаться. Ну, видели, да, можно особо и не едет, по сути. Мы еще просто починим ее ремонтными запчастями, это будет проще вариант. Потому что они здесь были еще. Это длинная платформа, да? Ну, давайте задом встанем. Попробуем выехать так. Ну, хватит разворота. Хватает. Нам лишь бы доехать, чтобы починить машинку. Мы сможем загнать ее в гараж. Ну, видите, не только обзор мод, но и небольшое приключение будет заодно. Если мы, конечно, доедем, потому что как раз таки ЗИЛ не очень хорошо ездит с прицепами. Приходится импровизировать, надо сказать. Особенно если камни мешают всякие. Ну что, хватает. Ремонтируем тебя, мальчик мой. Ну что, попытка номер два? Не, я колеса поставлю все-таки родные, потому что на этих колесах он что-то хульгается просто страшно. Давай, давай, давай. Опасно на них ездить. Мне кажется, просто не самый лучший колеса вариант, потому что, ну, видите, он просто неустойчив на них становится. Может, он, конечно, и вездеход, может, он будет чуть меньше урона, но мне все-таки кажется, стандартные колеса будут получше. Но мы сейчас это узнаем, собственно говоря. Так, стоп. Стандартную резину. Поехали отсюда. Ну, его родные колеса все-таки как-то лучше, да? Во-первых, он смотрится лучше, как-то не так несуразно, но получает урон, конечно, жутковато. Не едет пока мне, ну ладно. Давай дифференциальчик. Ну что, поехали сразу к реке. Поставим сейчас метку. Пытаемся выехать. Так, это сделать проще. Сюда. Сюда. Ну, куда-нибудь сюда. И заодно проверим, насколько он переворачивается на эти колеса. Ну, пока, по крайней мере, пока едет хорошо очень. Если говорю, что у них хорошо, я преувеличил. Не, выехал все-таки. Я буду урон получать. Нет, не получил.
Да, не, поедем на нормально. Ну, у него, мне кажется, немножко очень похоже управление на Лайзер, ну, в принципе, на модель Лайзер. Походу, фишку не перестраивали, урон получает прилично на скорости. Не самый лучший вариант, конечно. Но едет, самое главное. Надо делать все очень аккуратно. Поедем сейчас, пробуем через воду, заодно проверим, как он справится с наклонами. И проедет ли он вообще просто на обычных колесах. Он пока прет вроде. Тут камушек. Что-то русский тигр меня печалит немножко. Ладно, это модельки, может быть, вопрос еще по моделям. Машина, может, реально совсем проходимая. Сейчас посмотрим. По крайней мере, хоть как-то, но едет еще. Но камень явно мешает. Хорошо, отъезжаем. И тоже есть... А, ну я говорил же, чувак, уже в машине модельки существует. Хорошо. Пробуем вариант номер два. Поедем чуть-чуть левее. Пока мне здесь будут деревья, если что, на всякий случай. Ну что-то, конечно, он не ахти как-то катается. Ну, Хаммер, конечно, читерил с большими колесами. А эта машина, мне кажется, все-таки... То ли меньше 4. Давайте поедем через реку сюда в этот раз. Заодно сейчас откроем прям по маршруту. Вот сюда нам нужно подъехать. Посмотрим, как пойдет себя в лесу. Происход топлива прилично жрет, надо сказать. Так, а вот нам стоило ездить вот сюда, я ничего не вижу. Подождите, посмотрим. Давай, дорогой, давай. Какая вторая передача? Ты с ума сошел? Ну чем вам не русский Хаммер? Русский Хаммер самый настоящий. Мне кажется, вот у него осталась физика УАЗа, поэтому он так пляжет. Хаммер так как-то сильно не плясал настолько, мне кажется. Откроем местность, чтобы нам было легче выезжать. Ну, расход у УАЗа был гораздо меньше. У Хаммера расход, конечно. Вот из Хаммера. У Тигра расход приличненький получился. Я еще не верю, что здесь не утонет. Так, давай сюда, сюда. Сюда и через речку. Все. Он врубил ручник, а он все продолжает тонуть. Странно. Но прет, видимо, мощности у него дофига. Но машина современная, надо сказать, поэтому, может быть, и мощности дофига. Столько предположения. Ну как современная? Ей уже, наверное, лет 5, я не знаю, я не уверен. Но мне понравилась чисто моделька внешней машинки, поэтому... Да, и известная Тигр машинка достаточно. Считается крутой тачкой. Рискарная наверняка хвалится, и мы заодно сами ее тестируем. Ну, в принципе, мы еще нигде фатально не застряли. Выехать можно было, поэтому я считаю, что, в принципе, неплохая машина. Единственное, что ехать надо очень медленно по кочкам. Получение урона просто потрясающе большое. С другой стороны, у нее 1000 единиц этого урона самого, так что так уже все плохо. Ну что, приближаемся к речке. Ну, поехали. Так, что я делаю? Мне кажется, мы застрянем напрочь. Ну, либо урон получим такой, что просто убьемся нафиг насмерть. Так, ну пока прём. Пока прём. Тест рекой самый крутой тест, мне кажется, в этой игре. Тихо. Фары потухли.
тут вечно сносят машины. Все машины сносят нормально так. Но мы проезжаем пока хоть как-то. Или не проезжаем. Давай, 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 давай. Не посрами рашку. Есть деревья какие-то поблизости? Я ничего такого не вижу. Значит, нам будет сейчас проблематично. Нет, нет, смотрите, я нашел, где зацепиться. Осталось только найти... Вот она, спасительный круг. Тихо. Что, дальше застрянем, что ли? Нет, нормально. Ну, я напоминаю, что я все моды обозреваю в режиме симулятора. Здесь все очень реалистично достаточно. Поэтому пришлось это азилом вытаскивать машину. Я не мог телепортироваться в гараж. Но я за реализм, ребят. Я за реализм. Поехали на лесопилку съездим и будем заканчивать. Почти достаточно длинный обзор мода, но я надеюсь, вам понравился. Машина живет, в принципе, в пределах нормы для этой карты. Стоп, прет как... Сумасшедшая же заносит. Ой, как заносит. Ручник. Ручник сработал. Помнится, на одной карте здесь, вот на одном из прохождений, здесь очень много застрял, когда я разбился дорогу. А я машину все разбил, знаете, капот помялся уже. Но спереди вылитый Хаммер почти. Машина очень на него похожа. Вот наш добрый Крайзик. Ну, дорогие друзья, закругляемся. Надеюсь, вам понравился обзор. Ставим лайки, комментируем и подписываемся на канал. Я считаю, очень классная моделька. По-моему, одна из лучших тоже. Мне очень понравилась. Ну, так, такая же классная, как и Хаммер. Ну, Хаммер жрет не в себя. Там, мы дальше реки там, да не проехали, бензин закончился, и то там застряли. В этом, по крайней мере, с топливом 50 на 50 хватило топлива. У вас, было, конечно, здесь было бы на треть больше топлива. Но... Оно очень круто, очень круто. Очень крутая машина. Можно хоть здесь под освещением смог показаться. Ну и главное, что эта машина есть вообще водитель. Он тоже очень круто это. Мы его расфигачили, потом. Очень неплохо. Тихо, стоп. Лебедка существует настоящая, видите, впереди. Кронштейн, который собирается. Ну, очень классная модификация. Надеюсь, вам понравилась она. Я вот не знаю, пишите, стоит ли выкладывать модификации. А ссылки на модификации. Но я думаю, что найти не проблема эти ссылки. Было бы желание, ребят. Достаточно просто вбить в Google. Но на этом мы с вами прощаемся. Всем удачи!